Друзья, буду показывать вам красивые картинки и рассказывать страшную-страшную историю. Мне было чуть больше 30 лет, когда я неудачно приземлилась. Ну, реально упала на землю и сломала позвоночник. Не буду говорить о том, какие были причины этого мероприятия, но, в общем, были причины. Вот. А главное, что молодая девка, 30 лет, вдруг стала, ну, не то чтобы неподвижной, я все чувствовала, конечно, и движения были, но это был компрессионный перелом позвоночника. Доктор сказал лежать 40 дней, и я попробовала лежать 40 дней. Друзья, это был... судно, я не вставала совершенно, меня мыли в кровати, но, в общем, я попробовала, как быть инвалидом в возрасте 33 лет, как вообще не пользоваться своим телом, отлежала эти 40 дней и потом попыталась расхаживаться. Когда я первый день встала, у меня мои икроножные мышцы, они были, знаете, как тряпочки, вот. Такие сдувшиеся тряпочки. И я поняла, что я могу никогда больше не вернуться к обычному способу передвижения. Я могу на всю жизнь остаться с болью и вот с такой какой-то немощью, потому что тело было не мое. Кстати, оно было все целлюлитное. Конечно, за время лежания я набрала приличненько, вот, и тело было все сплошь покрыто целлюлитом, а мышцы были вот такие вот в плачевном состоянии. И я вдруг поняла в 30 лет, как я буду выглядеть, как я буду чувствовать себя, как я буду вообще управлять собой, когда мне будет 70 или 80. И я была просто в шоке. И стала выкарабкиваться. Но об этом расскажу позже.